Всем хай, дорогие друзья и гости моего канала, с вами, как всегда, Айрон. И в сегодняшнем ролике мы будем играть в игру под названием Roblox, в режим Королевши Тайкон в Роблоксе. Сегодня мы будем смотреть на Skyline Полуокера, если можно так выразиться. Давайте начнем гонку кора, посмотрим на ее управляемость. Парам-пам-парам-пам. Ту-ту. Па-па-парара-па-па-парара-парара-тар-тар. Поехали. Go. Okay, let's go. О, 200, нифига себе. Кстати, я забыл вам сказать, какие характеристики у него. Nissan Skyline. Скорость у него 205, управление 7,3, прибыль, а вода награда $53, цена за миллион 2414. Стоит она 47 тысяч уже. Угу. Мы уже дошли до почти до 50 тысяч. Вот тачка за 50 тысяч у нас. Пау. И проехали бы за один час. Ой. Один час. Одну минуту, две секунды, три миллисекунды. Наверное, типа один час, две минуты, три секунды. На. Поехали на трек тогда. Чтоб так быстро. Вот там все. Идеально. Телепортировались. Один круг. Полетели. Кстати, интересно, у нее фары вот так вот вообще, типа, не будет видно, как они вот так вот сделаны. Пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-парам-парам-парам-парам. Пам-пам-парам-парам-парам. Авторское право от Айрона никто не заказывал. Пам-пам-парам-пам-парам-пам-парам. Знаете как? Шубу-дубу-дубу-па-да-па-па. Еее. Кря. Да винти. 42 секунды и 6 миллисекунд. Она разворачивает? Тоже чуток медленно. Проехали. Окей, ладно. Окей, let's go. Ну, как-то это самое, знаете? Ну, для этой тачки, конечно, давайте драконочку. 10 из 10, потому что все же Skyline, Полуокера. Полуокер, я его обожаю. Мой один из любимых голливудских персонажей. Ну, не персонажей, а актеров. И он еще, кстати, вспомните форсажи, которые я тоже обожаю. Форсаж моя лайф, моя жизнь. Так. В следующей серии как будто бы должны были икса тестить, но нет. Это гипасовская тачка, а у нас только по обычным сейчас идет. Так.
За 12 секунд 932 миллисекунды. Скорость у него около 120 км в час у этого Ниссанчика. Ну, хороший, красивый, добротный Ниссан называется. Это добротный, красивый Ниссан. Пам-пам-парам. Пам-пам-парам-пам-парам. Пум-пум-ру-ру-ру-ру-ру. Пар-па-па-па-па-пам. Пам-пам-пам-парам. Пам-пам. Так, улица. Улица. Начинаем гонку автострады на улице. Пять секунд, там еще надо выбрать, там будет. Сколько кругов? Один кружочек, да. Три, два, один. Поехали. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вот, 206 км в час она едет. Ну, кто любит форсаж, команд по Уокеру, те можете сразу же его покупать, в принципе. Ну, наверное, этой тачки ремодельки не хватает. Вот, вот что бы я хотел, чтобы сделали. Вот, Foxes Productions или Forces Productions. Я люблю больше Forces говорить, а не Foxes. Ну, вроде бы это Foxes. Ну, реально написано Foxes, а не Forces. А тут часто говорить Forces Productions, надо Foxes Productions. И мы проезжаем эту гонку за минуту и 31 секунду и 7 миллисекунд. А, вот так вот, дорогие друзья. У нас подошел к концу этот ролик. Я и ставлю этой машине 9 из 10. В принципе, прикольно. Конечно, по внешке немножко не дотягивает крутизной своей. Ну, а то, что Skyline по Уокеру, это круто, да. Ну и по характеристикам тоже нормально. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а с вами был Айрон, всем удачи, всем пока-пока.